Открытый телеканал представляет. Вениамин пишет: «Сколько помню себя, я в боли. Боль, когда меня били во дворе, боль за собаку, которую отравили соседи, боль, что не могу отомстить, боль от развода, боль, боль, вся жизнь боль. Неужели нельзя жить без боли? Можно ли не чувствовать боли?» Нет, без этого нельзя. И каждый из нас чувствует боль. И у каждого свои причины на это и свои воспоминания. Мы ничего с этим сделать не можем до полного исправления мира. А для чего она дается, вот, боль человеку? Вот чтобы, такая, до крик. Чтобы человек понял, что он должен от этого оторваться. Боль помогает нам, так же, как боль во время болезни. Она указывает на то, что у тебя что-то не в порядке. И поэтому ты бежишь к лекарям, а иначе ты сунул бы руку в огонь и сидел бы спокойно, а она бы горела. Понятно. То есть судьба наша в боли находиться, да? Да. В боли находиться все время. Боль – это очень хорошее свойство ощущения неисправности в человеке. То есть вы сейчас даже говорите, что можно попытаться полюбить боль. Полюбить, я не знаю, насколько полюбить, но... полюбить проявление боли, которое тебя подталкивает к излечению. А вот как во время боли вот прийти к этим выводам, что это корректировка, что это меня подталкивает? Тут он говорит и о боли внутренней, и о боли душевной, и о боли такой. Он вообще все соединил. Любой вид боли. А вы тоже соединяете все в одну боль, абсолютно, да? Абсолютно. Не имеет значения никакого. И тогда ты начинаешь чувствовать, что она ради тебя. Боль? Да. Вот как сделать правильные выводы во время боли? Вот вы можете сказать? Вот во время боли ты тут чувствуешь же только боль. Ты чувствуешь только боль, но ты начинаешь понимать, что она предназначена для того, чтобы напомнить тебе, что у тебя не все в порядке. Что ты должен что-то сделать для того, чтобы избавиться от нее. То есть боль предназначена для того, чтобы избавиться от боли. Да. И в этом твое спасение. Ну, тогда вопрос, как от нее избавиться все-таки? Как? Обнаружить причину боли и отдалиться от нее. Понятно. В первую очередь. А затем исследовать и понять, что, может быть, это сама причина боли, она для тебя, для твоей пользы. И ты должен быть доволен тем, что она существует. А вы можете назвать главную причину боли? Главная причина боли – это то, что человек не желает ощущать боль. Если бы он сказал бы себе, что я готов ощущать боль, да, то в этом направлении двигаясь, он перестал бы ее ощущать. Это очень интересно. Это непросто, но это возможно. То есть, если ты идешь навстречу, как бы ей получается, да? То есть, да. Принимаешь ее, тогда она начинает утихать. Да, тогда ты начинаешь ощущать ее обратную сторону. То есть, это вот этот второй вопрос, можно ли не чувствовать боли, или подняться над болью? Вот можно это. Подняться, и можно не чувствовать боли, если человек этого желает. Все зависит от осознания зла. Если человек ощущает зло, так, то он готов переносить любую боль, чтобы избавиться от этого зла. В мере осознания зла. Вот когда вы говорите осознание зла, это что, чего? Моей природы или как? Моей природы или той боли, которую она во мне вызывает. Я готов терпеть. Только чтобы вот. Да, причем настолько, что я не чувствую боль. То есть это как операция, да, которая, да, из меня вырезает вот это зло, да? Да. И надо, чтобы вырезали с ней. Надо, чтобы вырезали, я готов на это. Потому что с этим я жить не могу, да? Вот. Как же прийти к этому ощущению зла? Вот, этого? Вот, оно приходит. Когда надо, оно придет. Понятно. Но нас к этому ведут, да? Нас ведут к тому, чтобы мы осознали, что боль является спасением. Она указывает на то, что в нас плохо. И мы должны согласиться с удалением причины боли для того, чтобы достичь добра.